Коми завершается несколько крупных строек. Построены и готовятся к вводу в эксплуатацию больница в Усть-Цельме, спортивные объекты в Объячево, Троицко-Печорске и Ухте, а также культурный центр в Пажге и пожарное депо в Каджироме. Кроме того, по национальному проекту образования в республике идет строительство 2 школ. Одна на 600 мест в Ижме готова на 38%. Возведение планируется завершить весной будущего года. Вторая в микрорайоне Емваль Эжвинского района Сыктывкара готова на 68%. На этой неделе планируется сдать тепловой узел Ростехнадзору, после чего начнется подача тепла в здание. Сейчас на объекте работает 129 человек и 10 единиц техники. Окончание строительства запланировано также на будущий год.